Жил когда-то один аббат по имени Анастасий. У него была Библия, Писание Ветхого и Нового Завета, отлично сделанная книга на тонком пергаменте. Она многое значила для него. Каждый день он открывал ее для молитвы, и в целом она была частью его духовной жизни. Как-то в его комнату зашел один монах и увидел эту прекрасную Библию. Когда аббата не было рядом, он просто унес ее. Он решил продать книгу и поэтому отправился в то место, где скупали разные вещи. Там он сказал скупщику: «Гляди, какая хорошая Библия, я хочу продать ее». В те дни он назвал цену в 18 пенни. «Да, книга отличная», — сказал скупщик, — «но мне нужно будет проверить ее. Приходи завтра, и я скажу тебе, стоит ли она 18 пенни». Монах согласился. Скупщик отнес книгу Анастасию. «Святой отец, мне принесли Библию. Как вы думаете, сколько она может стоить? За нее просят 18 пенни». Анастасий посмотрел на Библию, на свою Библию, и ответил, что 18 пенни – это дешево, потому что она может стоить намного дороже. Купщик поблагодарил его и ушел. На следующий день монах пришел за деньгами. Скупщик сказал ему: «Я готов заплатить, сколько ты просишь». Я показал книгу отцу Анастасию, и он сказал, что 18 пенни – цена подходящая. Монах опешил: «Ты ходил к отцу Анастасию?» «Да». «Что он еще сказал?» «Что это хорошая книга и что я могу отдать за нее 18 пенни». «И больше ничего не сказал?» «Нет, больше ничего». «Я передумал продавать книгу», — сказал монах. Он забрал Библию у скупщика, вернулся к аббату и сказал ему: «Я унес эту книгу, но когда она вернулась к вам, вы ничего не сказали, хотя могли бы просто забрать ее. Она же ваша». Аббат ответил: «Не волнуйся, сын мой. Я дарю ее тебе. Возьми книгу и иди. Похоже, тебе она нужнее. Мне она тоже нужна. Но я всегда могу получить другой экземпляр. Наверное, для тебя это большая ценность. Забери ее». Монах лишился слов. Он остался и служил аббату всю его жизнь. Зачем я рассказываю вам об этом? Подобное проявится в вас только когда вы поймете, что сегодня вы можете умереть. Что вы можете умереть сегодня или завтра, и тогда вы не будете бороться и пререкаться. Вы будете готовы расстаться с вещами. Если вы убеждены, что останетесь здесь навечно, то продолжите накапливать вещи и отстаивать их. В этом и состоит причина того, что вы набрали одежды на 3 жизни, а обуви на 6 жизней. Разве не так? Вы решили прожить еще 6 жизней хотя бы для того, чтобы износить обувь. По крайней мере, обувь не должна пропасть даром. Большинство людей в этом мире думают, что умереть во сне – это очень хорошо. Какое ужасное желание, что вы хотите уйти, не осознавая этого. Вы настолько боитесь этого, что считаете, что умереть во сне лучше, чем умереть в сознании. Я хочу, чтобы вы умерли в полном сознании. Есть целое искусство и наука смерти. Какие условия должны быть созданы, чтобы уйти из жизни правильно? В Индии придерживались этого, и для кого-то может быть непостижимо, что на пороге смерти человек не хочет быть среди близких. Он не хочет, чтобы рядом с ним был супруг или дети, или кто бы то ни было. Он уходит в необычное место, которое считается благоприятным или священным, чтобы умереть там.
Люди шли до самого каши, только чтобы умереть. Вы знали об этом? Приходили издалека в Варанаси просто за тем, чтобы умереть. Даже сегодня. Потому что очень важно встретить смерть осознанно, а не эмоционально. Последний момент перехода решает многое. В этот последний момент очень легко сбросить оковы всех своих накоплений. Медитация подобна смерти. Если вы станете по-настоящему медитативными, то это будет почти как смерть. Все, что вы называете собой, умрет в медитации. Ваша личность, ваши накопления, все просто рассыпется. В этот момент легко избавиться от оков накоплений. Вот почему медитация. Так что если вы не медитировали, то хотя бы смерть, если существует естественный процесс, то вы должны им воспользоваться. Те, кто медитирует, осознанно готовы к смерти каждый момент своей жизни. Для того и нужна медитация, чтобы постоянно осознавать смертную природу своего существования, чтобы не стать эгоистичными и глупыми. Стоит вам узнать, что вы умрете завтра. Внезапно вы увидите, что у вас нет гнева, нет сожаления, нет ненависти, нет ревности к кому-либо. Вы станете очень любящими и приятными. Да. И кто сказал, что вы не умрете завтра? Кто дал вам гарантию, что вы не умрете завтра? У вас есть гарантийный талон на то, что вы не умрете завтра? Нет никаких гарантий, не так ли? Разумный человек будет жить с осознанием того, что смерть может прийти сегодня, а не завтра. Это может быть и сегодня, и если жить с осознанием этого, у вас будет полная, полноценная жизнь. То, что вы называете жизнью, это всего лишь мимолетное событие. Стоит вам начать осознавать это постоянно, и вы оживете. Когда вы живете с мыслью, что вы бессмертны и вечны, тогда вы живете глупой жизнью, потому что вы всегда можете откладывать на завтра. Когда приступить к Шамбхави? Завтра. Когда люди постоянно осознают свою смертность, те, кто становятся медитативными, становятся все менее и менее раздражимыми. Потому что осознанность означает, что вы целиком осознаете природу самой жизни. Когда вы осознаете природу жизни, вы постоянно осознаете и смерть. Момент смерти — это невероятная возможность. Но лучше и жить хорошо, а не только стремиться к хорошей смерти. Учитесь жить хорошо, потому что если это ваша последняя жизнь, то лучше прожить ее хорошо. Не так ли? Если вы собираетесь вернуться сотню раз, то можете вести глупую жизнь. Но если вы решили, что это ваша последняя жизнь, пусть лучше она будет хорошей. Финальный забег. Последний круг стоит пробежать как можно лучше.